Я просто не верю своим глазам. То, что я увидел, это не передать словами. Я зашел на аккаунт популярного ютубера, а там... Ну а чтобы получить данный замечательный керамбит Dragon Glass, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на мой канал, посмотри все видео без примоток и в-третьих напиши любой хороший комментарий плюс твою ID. Всем желаю удачи. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Всем нужны ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе. И прямо сегодня я зашел на аккаунт ютубера. Это Лазероб. Ссылка на его канал в описании, подписывайтесь. Ну а мы начинаем. Ну что же, вначале, ребята, обратите внимание на его ранг. Это мастер. То есть, как мы видим, Лазероб играет только неплохо. Во-вторых, посмотрите на его ID. У него ID начинается на двойку. Это означает то, что Лазероб играет сендов уже более 1,5 лет. Ничего себе, сказал я себе. Так, ну что же, дамы и господа, а теперь я перехожу в его личный профиль. Что же мы тут видим? Мы тут видим процент побед 51%, неплохо. В половине случаев побеждает. КД 1.22, ну слушайте, ну ребят, мое почтение. Общая статистика, тут КД 1.82. Вот знаете, что самое обидное? Что у каждого человека, на который аккаунт я захожу, у всех КД выше, чем у меня. Ну что же это за проклятие-то такое? Так, история матчей. А ну-ка, ребята, что же тут? Смотрим. История матчей. Ничего себе, Лазероб отыграл на второе место. Ну прям красавчик, ребят, мое почтение. А тут как он отыграл? Тут на первое место. Ничего себе. Короче, Лазероб, если ты это смотришь, я тебя вызываю на дуэль. Так, ну что же, смотрим дальше, а тут Лазероб отыграл на второе место, ничего себе, ребят, я просто в шоке, потому что Лазероб всегда отыгрывает или на первое, или на второе место, блин, ну молодец, 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 так, ну что же, тут он отыграл, а тут у него вообще 0 киллов, блин, ну хоть эти бущины Лазеропы, а, его кикнули. Ну, то есть, как мы поняли, Лазероб играет довольно-таки неплохо. Ну что ж, ребятки, переходим дальше, а теперь его клан. А ну-ка, а, у него нету клана, ну елки-палки, Лазероб, добро пожаловать в клан Маслята, мы принимаем всех. Хотя не всех. И, ребята, попрошу обратить внимание, то, что у Лазеропа 2300 заявок, друзья. Ну, то есть, вы понимаете, он прям деловая колбаса, я не могу. А теперь давайте-ка мы почитаем его личные сообщения. Ребят, конечно, это нехорошо делать, но, ребята, я же с кем-то ПК, мне можно. Так, ГОММ, я верю. Ох, ля, он с кем-то переписывается, пишут, ты не настоящий, сколько подписчиков, 95к. Да, у Лазеропа 95к, поэтому надо добить ему 100к. Так, смотрим дальше, ты топ, спасибо. Ничего себе, Лазероб отвечает каждому подписчику, ребят, я просто в шоке. Обалдеть, Лазероб, ты просто псих. Откуда у тебя так много свободного времени? Ну а прямо сейчас мы, ребятки, переходим в его инвентарь, потому что вы все ждете, я знаю, знаю. И тут мы видим, что мы видим 10 кейсов. Ребят, ну ясен пень, эти 10 кейсов купил кто? Конечно же, Кента ПК. Так, ну а дальше, касаемо всего инвентаря, ребят, я вижу, что ютубер, он успешный, богатый, ничего себе, вот это инвентарь, я просто ору. Так, смотрим дальше. Ничего себе, сколько ножей! Раз, два, три, 4 ножа! Мать моя женщина, Лазероб! Откуда у тебя сколько бабла? А посмотри, сколько чармпаков. Раз, два, три, 4, 5. Обалдеть! Да, ребят, я, конечно, индеец с бомбом. Обалдеть! Так, ребята, смотрим дальше. АКР Treasure Hunter статрек. Что? АКР Treasure Hunter статрек и брелок-паук? Лазероб, ты просто нахрен миллиардер, я балдею. Так, ребята, смотрим дальше. USP Geometric Statrek, откуда во все это? Ничего себе, у тебя инвентарь. Да у него инвентарь 1030 голды, как минимум. Посмотрите только на эти наклейки, вау, как же это круто. Так, P90 Samurai, смотрим. Ничего себе, ребят, и брелок, и наклейки. Все как положено, куча аркан. У него на каждый скин аркана. Статрек М4 Ревел? Обалдеть, а сколько он стоит? А, 250 голды, я думал подороже. Ну так-то, ребят, очень даже неплохо. Посмотрим, но АВМ, вижу и брелок, и наклейки. Ну, ребят, все как положено. Прям деловая, успешная колбаса. Ох уж эти ютуберы, совсем зажрались. Обалдеть, вот это да. Это, наверное, один из самых дорогих инвентарей. Да даже у трейдера был инвентарь беднее. Обалдеть.
А я ему еще 10 кейсов купил. Так, ну что же, ребятки, смотрим дальше. М40 Winter Track. Да блин, даже у меня нету такого скина. Ничего себе. Вот это инвентарь. Я просто балдею, ребят, посмотрите. Ничего себе. А еще говорят, ютуберы плохо живут. Я просто в шоке. Посмотрите. А может применим? Ладно, не будем, я шучу. Потому что лазерок просто нервный срыв схватит. Блин, ребят, давайте посмотрим. Слушайте, ну классный стикер Golden Ox. Очень крутая наклейка. Блин, балдеж. Так, ну что же, смотрим на остальные наклеечки. Ну, тут, в принципе, все по дефолту. Но я вам скажу так, весь этот инвентарь стоит примерно 30, а то и 40 тысяч голды как минимум. Ну а теперь вперед прокачивать инвентарь. Конечно, ребят, я обычно прокачиваю инвентарь бедных школьников, но тут у нас попался богатый ютубер. Ну, ребята, но мне все равно кто. Я каждому, на чей аккаунт я захожу, я прокачиваю его инвентарь. Ну что же, Rival Case. Ахалай, махалай, поехали. Rival Case. Ну. Ему подает М40 Бигл. Такое ощущение, что Rival Case говорит: да ты и так богатый ютубер, совсем уж зажрались. Вот тебе. Так что, ребята, сейчас все будет, не переживайте, Fable Casic. Сейчас с Fable Casic мы однозначно сможем что-то поднять. Блин, я думаю, лазерок был бы очень рад, если бы я выбил нож бабочку Legacy. Да вообще любой нож или любой аркан, он был бы рад, потому что все это бесплатно. Так, ну что, ребята, абракадабра, лазерок, нож бадабра. Так, ребят, нормально, мы сейчас полем после такого заклинания. Почти нож, но, как говорится, почти не считается. Так, ребят, у нас осталось 8 кейсов, честно говоря, маловато. Надо поднажать, надо поднасобирать. И поехали. Rival Case. Ну, пыжи. Эх, блин, ребята, мы все просерили. Так, у нас еще осталось ровно 7 кейсов, еще все впереди. Ребят, давайте, не знаю, как-то поколдуем. Так, G-команда Floral, пожалуйста, выпади. А, не, хотя не, у него G-команда Floral есть. Ему надо, наоборот, G-команда Luxury. Малыш, выпади. Поехали. Что же нам выпадает, ребята? Ох ты ж, блин. О, легендарка. Уже хорошо. Уже очень даже хорошо. Так, ребята, осталось ровно 6 кейсов. Furious Case. Давайте, Керамбит, Dragon Glass. Ох, ля, слушай, что он такой черный? А, ладно, все равно. Давай, Керамбит, Dragon Glass. Ну, ради лазеропа. Ну, пожалуйста. Ну, выпади, мой ты маленький. Ох ты ж, блин. Сколько же пролетело аркан. Сколько легендарок. И выпало М4 Pro. Ну, почему всегда так? Так, открываю очередной Furious Case. Не знаю, говорю какое-то волшебное заклинание по типу хэштег Керамбит. И мы открываем дальше. Что же нам выпадает-то? Ох, блин. АВМ Scratch! Не, ребят, мне реально прям неловко аж перед лазеропом. Ну, надо хоть что-то нормальное. Ну, как так? Взял аккаунта прокачку и прокачал на 3 рарки. Ну, ребят, ну как так-то? Давайте, Legacy, пожалуйста, роднюня. Dragon Glass, пожалуйста, роднюсенький. Black Widow, пожалуйста, ну хоть кто-то, ну не подведите вы меня, ну я вас умоляю, я вас прошу. Так. Да ты что, выпал мой любимый эпик. Обалдеть. Так, ребят, у нас остается ровно 3 попытки. Мы не сдаемся, 3 Fable кейса. Сейчас, может, какой-то нож бабочка выпадет, и мы все рты откроем и не будем их закрывать. Так. Эпик. И, к сожалению, даже не статрек. Так, Fable кейсик. Ну, пыжи. Ну, ах, блин, ребят, вот это было реально обидненько. Так, ну что же, у нас остается ровно последний кейс. Сейчас надо поднажать, сейчас надо подсобираться. Просто, ребят, хэштег аркана, хэштег нож, хэштег поехали. Я закрываю глаза, ничего не вижу, по-любому на пролетает куча ножей, и ему падает нож. Нет, ему падает не нож. Вот у меня такое ощущение, что кейсы говорят: да он и так богатый, зачем ему еще больше скинул? Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите любой хороший комментарий. Все нужные ссылочки есть в описании. Если вы тоже хотите попасть в прокачку, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там я выбираю людей для прокачки. Всем удачи, всем пока.